Вот купили мы новый Follow Fox. Сейчас Джалал покажет, как он работает. Пока еще разбираемся, мы не можем найти, почему он... Какая проблема у тебя? Скажи, может, форму ребята скажут. Он не идет до конца, то есть полностью весь периметр по всем этим, по метрам не дает он. То есть надо здесь вот это что-то настраивать, пока не можем найти. Ага. Еще новый мы купили монитор Blackmagic. Как он называется? Монитор, в общем, Blackmagic. Он еще рекордер. Угу. Плюс мы через SDI шнур его подключили. И еще один выход вот сделали через HDMI. Он подключен Lilliput монитор. Вот. То есть сейчас одновременно вот. Мы используем три монитора. Один режиссерский, другой для оператора. Ага. Показывай меню, пожалуйста. Здесь что удобно. Тачскрин, да, он, увеличить. Да? Он тачскрин. Да. Можно так увеличить. Уменьшить. А, зум или он так, зум, да. Да, делает зум. Вот здесь он показывает. Заходишь вот в меню. Здесь он показывает зебру. Можно дать зебру. Все горящие места. Да. У нас здесь ничего не горит. Так. Пик. Пики. Для Follow Fox, да? Да. Выдос. Грид. А грид для чего? Дает, грид, по-моему, это... Грид это что? ProRes. Это кодек, дает, да? Кодеки. То есть для записи. Да, да, да. Вход SD. Source SD. Еще тайм-код есть, по-моему, у него там. Да. Тайм-код тоже есть. Да. Все здесь показывает он. Тачскрин нажми, вот грид, а вот грид. Не, это вот он размеры дает. Он дает размеры, то есть вот эти все расширения. Да, 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 да. Вот, 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 да. Делаем off и все, чтобы не мешал. Ага. И плюс у него еще. Также здесь он показывает, что он показывает вот заряд твоей камеры. Да. Здесь же. Здесь показывает, то есть SD, если идет рек, то вот здесь показывает. Да. Секундомер, все идет. 4000 кадров. Здесь еще есть вот это меню, которое он дает, как говорится. Ну плюс еще он еще рекордер, по-моему, да? Он еще пишет. Да, на SDI вот здесь, да, вот. SD, да. И там еще для наушника место есть, да, чтобы показывает. Дополнительно слушать. И здесь вот входы и in-out SDI. Мы еще и подключили, 2. Да, и 2 HDMI. То есть еще входной сигнал заходит через SDI, можешь через дистанционные переходники на режиссерский монитор. Тоже, да, дается. Вот у нас монитор здесь стоит через HDMI. То же самое, вот. Вот Fox разработает одновременно. Еще в этом мониторе очень есть хорошая функция. Вот так делаешь, как в айфонах или смартфонах. Вот. И вот можно здесь Storage нажимать, Display, контрастность добавить, Brightness. Еще раз попробуем. Вот, Brightness, Contrast, Saturation. Вот. Вот название писать. Потом так делаешь, вот. И так.